Мы приветствуем вас на церемонии открытия 5-х Всемирных игр кочевников. И прямо за моей спиной Казахстан встречает свою сборную. SMD is not only an occasion where traditional sports come together, but also a reunion that shows the world how determined we are to keep our shared cultural heritage alive. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын ашық деп жариялаймын. Президент Казахстана дал старт 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября. В них примут участие 2800 спортсменов из 89 стран мира. Команда ТРТ на русском каждый день будет снимать для вас новые видео и информировать о том, как проходят игры кочевников. Будьте с нами!